Я... Ну, было представление классиков-классиков. Юрий Черсанович Ким на одном из совместных концертов с Городницким спел песню на музыку Городницкого. Я ее целиком петь не буду, спою только первый куплет. Мы патриархи, послать бы нас по адресу. Мы недомерки и перестарки, что видно поп анамнезу. Ну, остальное надо слушать в исполнении, конечно, самого Кима. Вот я подтверждаю просто посыл. Классики, классики. Юрий Ким. Ой, простите. Простите, Александр Городницкий, конечно, Александр Моисеевич. Песня называется «Воздухоплавательный парк». Но не все знают, что это такое. Это бывший аэродром, на котором проходили первые полеты первых самолетов в России. А сейчас это район Петербурга, Ленинграда. В качестве вступления я взял тему Александра Перова, моего маевского приятеля. Бомбоубежище отроют у вас во дворе.